Тараном. Ну что, народ, поздравьте страну с Днем Победы. Откуда, а? Тагила. Тагил, блин, из разных районов. Главная Россия. Мы прикрываем Москву с разных сторон. Вы можете идти. Авиация. Кто там сказал, что мы можем идти? Она освещает нам путь! Звезда по имени Солнце! Раньше машину сделали, первую машину. Сталин оценил, должен не ушел. Ну, Владивосток, 55-я дивизия морской пехоты. Понятно, на парад каждый год ходите? Ну, да, ходим, просто интересно, и по форме. Мы чтим традиции наших дедов победы. Поэтому, как бы, ну, многие так делают. Понятно. Для нас это очень важно, для нас такой семейный праздник, больше, чем Новый год, День Победы, год, рождения, это круто. Наши выиграли деды войну. Да, потому что наши родители, дети войны. Для нас это очень важно. Да, это была правильная война, не то, что сейчас.